Привет, друзья! Решили мы приехать на то место, где были в прошлый раз. Монетки были, но мы ходили там возле домика. Сейчас покажу. Ссылочка будет вот здесь, вот на предыдущий коп. А сейчас походим тут. Что найдем, обязательно покажем. Не переключайтесь. Итак, ребята, прошлый раз мы ходили вот за этими кустами. Там был домик. Возле него были монетки, лужок, а это чуток левее. Ветер, конечно, сегодня, но все же. Вот будем ходить там. Вот там. Что из этого получится, обязательно покажу. Вот. Такой лес. Сегодня мы приехали после обеда уже. До обеда была работа. Так что у нас часика 3 есть в запасе. Что с этого выйдет, вы обязательно увидите. Не переключайтесь. Вот холмик. Наверное, был дом. Яма к морю. Прям лунный пейзаж. Вот, смотрите, одна. А вот, смотрите, один кратер, вот второй. Кто-то выкопал горшок. Пустой, не пустой, этого мы уже никогда не узнаем. Но горшок был. Сейчас и мы поищем. Итак, ребята, первый хороший сигнал мусора в море. Но я ее рубанул. Как так, я не понимаю, бля, такая монета, я так ее по центру саданул. Ай, задница я. 3 копейки серебром, 1842 год. Какой у нас монетный двор. Сейчас попробуем приблизить. Не. Вот как я ее лопатой. Не знаю, как так вышло. Сигнал был прекрасный. Вот такая вот монетка. Фу, как бы не задохнуться от удовольствия. Так, ищем дальше. Вот там выкопал из батарейки задницу. Вот видите, выброшу. Вот шла дорога. И вот опять из этой ямки очень интересный сигнал. Вон, смотрите, сейчас уже взял по большому кругу. Какая-то монетка. Большая шайба. Сейчас посмотрим, что это у нас. Ой-ой-ой, это у нас, угу, это у нас просто шайба, а эта сторона, это тоже, фу, обидно. Ну, может, почищу дома, чего-нибудь да проступит, напишу видео. Не переключайтесь, ищем дальше. Вот там брат копает. Мусора очень много, пробок, проволоки, как будто засевали. Так, был у меня сигнальчик вот. И вот у нас монетка. Но это, скорее всего, советик, потому что бил как советик. Это у нас чего? Пятачок. Или трешка, она не чистится. Сейчас чуток протру, покажу. Да, ребята, это пятачок. Ну, какого года не видно. 1900. И вот этот нарост, он не сдирается. Скрывает остальную часть года. И здесь такая же кака. Посмотрю, хотя они
ничего не стоят. Красиво тут. Вон там солнышко садится. Но у нас еще есть время покопать. Так, хорошо, продолжим. Вот там брат копает. Мусора очень много, пробок, проволоки, как будто засевали. Так, был у меня сигнальчик вот. И вот у нас монетка. Но это, скорее всего, советик, потому что бил как советик. Это у нас чего? Пятачок или трешка, она не чистится. Сейчас чуток протру, покажу. Вот, ребята, из этой ямки неглубоко на ладошку выпало сразу две монетки. Я их уже нашел. Две трешечки. Года еще не смотрел. Так только нашел. Сейчас посмотрим. В песочке хороший сохран. Это у нас 3 копейки, 37 год. Я знаю, 2 копейки стоят денег. Пятачок вроде, а 3 копейки не знаю. Посмотрим. Может, Бентли себе куплю. Покатаю тогда всех подписчиков. У меня их немного. СССР. Так, и вторая монетка. Вторая у нас 36-й год. Интересно. Вот так вот. Ищем дальше. Солнце все ниже и ниже. Но мы продолжаем ходить. Мусора это жесть. Так, очередной сигнальчик, ребята. И вот она прям таки вывалилась. Еще не трогал. Но глазами вижу, это 2 копеечки. Или Александра. Или Николая. Сейчас посмотрим. Лежали совсем не глубоко, почти не копал. Вот такие вот 2 копеечки. Год не вижу. Может, вам будет видно. Так. Я думаю, почистится и сохран будет неплохой. Место радует. Надо выбивать. Ищем. Вот, ребята, домик. Все кручу себя на одном месте. Вот здесь была пробка. Вот здесь была проволока. А здесь что-то интересное. Так, рукой нашел, но еще не смотрел. Вот, посмотрите. Вот. Сейчас покажу. Давай, фокусируйся. Оп. Видите? Какая-то штучка. И что это у нас? Ух ты! Ёшкин кот. Это пуговица. Почему такая маленькая? С орлом. Класс. Первый раз такую нахожу. Даже не знал, что они такие существуют. Если кто знает, подскажите. Обычно я находил. А это... Что тут? Ну, конечно, ушка нету. А нет. Ха-ха. Вот, смотрите. Ушко есть. Сейчас почищу, покажу. Смотрите, ребята, какая красота. Там еще и надписи есть. И звездочки, ушко чуток загнутые. Но лучше пускай будет так, чем совсем без ушка. Равнять не буду. Классная находка. Погуглим, почитаем. Интересно, кто носил. Если кто знает, поделитесь ценной информацией. Ищем дальше. Вот, смотрите, ребята, то, что я рассказывал, как надо, ну, не надо правильно ходить, я вас не учу, как я хожу по спирали. Вот пуговицу я только что нашел, царскую, и тут метр буквально, опять сигнал. Да, сигнал был какашка, но
копать надо все, и вот у нас лежит монетка. Но я уверен, что это копеечка СССР, потому что только так они у меня пищат. Вот, но она, как и те 5 копеек. Здесь земля не для них. Вот вам и по спиральке. Находочка. Берем. Солнышко все ниже и ниже. А у меня опять был хороший сигнальчик. И у нас опять монеточка. Это у нас что? Это у нас по размерам пятачок. Сейчас посмотрим. Не посмотрим. Какой-то он очень уж уставший. Но все равно приятно. Вот тебе и место, вот тебе и бита. Ребята, чем вы его били? Веслом? Хорошее место. Ищем дальше. Был уверен, что монета, но оказалось калоша. Шайба. Какая-то шайба. Да. Вот смотрите, ребята. Правильно я определил по Google Planet. Сейчас попробую приблизить. Вот видите, это скорее всего кладка. С нее ловили когда-то рыбу. Значит, здесь было озеро, и неплохое озеро, судя по тому, какой она высоты. Ну, я не знаю, видно на камеру, но так на глаз 2 метра. Представьте, сколько здесь было воды. Так что не ленитесь смотреть карты, потому что вы же поймите, если карты Шуберта, если они есть в интернете, они есть у всех. То, что для вас новое место, для кого-то уже давно старое место. Я не говорю, что по Google Planet никто не пользуется, но многие ленятся, многие не разбираются до конца, опять же из-за своей лени. Есть много роликов, я учился по ролику с YouTube, как накладывать карты старые на новые, делаете их полупрозрачными, совмещаете с водоемами, там видеоролики все есть. Если кому-то надо, говорите, я найду ссылочку, брошу под этим роликом или в комментариях. Вот так. И здесь находочки есть, а на картах Шуберта здесь не было ничего. Ищем. Так, ребята, на сегодня мы покопали хорошо, я думаю, удачно. Накопались выше крыши. Сколько пробок я не копал очень давно. Фух, что найдем, что нашли, покажу. Расскажу анекдот про Кличко. Итак, летят в самолете Кличко, Святой Отец и маленький школьник. Тут с самолетом чего-то случается, начинает он падать. Кличко подрывается, хватает парашют. Говорит, парашютов всего 2, а я очень нужен стране, я же самый умный в стране. И прыгнул. Ну, кто ему чего сделает, он же Кличко. Святой Отец встал, посмотрел, говорит, ну, как же я могу школьника забрать последнюю надежду. Говорит, прыгай, а я пойду к Богу. Школьник посмотрел и говорит, нет, Святой Отец, прыгнем вдвоем, парашютов 2. Самый умный человек прыгнул с моим портфелем. Итак, вот находочки за сегодня. Некоторые находки не снимал, так как сигналов было очень много, а батареи очень мало. Когда оказывался шмурдяк, не снимал. Вот эти 3 копейки серебром попробую почистить и попробую исправить то, что сделал. Если получится, покажу отдельным видео. Так, вот 2 красавицы 37 и 36. Это пятачок неизвестного года. Кусок свинца. Пуля.
Вот красивая пуговица. Если кто знает, чего по пуговице, напишите обязательно. Я такую нахожу впервые. Маленькая. Так, ну это все какалики. Вот пуговка такая еще попалась. Ну вот как-то так. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, пишите грозные комментарии. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.